сейчас опоздает. Так, ничего не забыли? А паспорта? Взял. А ты утюг выключила? Выключила. Кажется, мы что-то еще забыли. Мама! Нет, ты что взял? Так. Вода, воду выключила? Воду отключила, да. Собаку? У нас нет собаки. А ты куртку взял? Теплые вещи взял? Это же Москва. Там холодно. По-моему, когда мы все взяли, все есть, подписка. Вроде все. И мне кажется, что мы что-то забыли. Ты что взял? Сейчас, Адья, подожди. Нет, ну подожди, нам же еще нужно счета привезти, а мы счета все закрыли там? Да, все, все закрыли, все. Тебе всегда все кажется, всегда. Добро пожаловать в Аэростану. Здравствуйте. Аружан, ты удобненько устроилась? Да. А ты пристегнулась? Да. Молодец. Адья, а ты пристегнулась? Да. Молодец, тебе удобно? Да. Молодец. А ты, Амина? Да. Где Амина? Я тебе и пытался сказать. Мы забыли Амину. Алло, мам? Мы сейчас в порядке. Вы где? Дочь, мы улетели, представляешь? Как улетели? Вот из меня? Мы совсем не заметили, что тебя рядом нету, доча. Алло? Алло, Аслан? Да-да. Ты в Алмате? Да, я в Алмате. Мы Амину забыли дома. Как забыли? Да вот мы утром проснулись. Конечно, помогу. А что надо сделать? Нужно ее отправить в компанию Air Astana в Москву. Да, конечно. Да, у тебя виза здесь меня на нее. Да? Все. Спасибо большое. Пожалуйста, у них есть на сайте, я тебе отправлю все данные, что нужно будет заполнить. И отправь ее в Москву. Спасибо. Хорошо, я за ней заеду. Yes! Привет, Амин, как дела? А что тебе? Родители дома забыли? Да, представляешь? Просыпаюсь и никого нету дома. Ну ладно, ничего страшного. Я сейчас тебя отвезу в аэропорт и посажу на самолет. Хорошо. Сейчас я быстро оденусь и выхожу. Окей. Окей, а почему дети не могут водить машины? Ну потому что ноги до педали не достают. А почему они не могут жить одни? Потому что за коммунальные услуги надо платить. Добрый день, добро пожаловать в Аэростану. Куда вы летите? Здравствуйте. У меня летит ребенок без сопровождения в Москву. Хорошо, вы провожающий или родитель? Я провожающий, я дядя. Окей, а мне точно можно одной лететь? Да, конечно, не переживай. Тогда, пожалуйста, документы на ребенка, ваши документы и доверенность. Вот, пожалуйста, доверенность, паспорт на ребенка и мой паспорт. Пока я буду регистрировать, вам необходимо заполнить бланк на ребенка. Пожалуйста. Данные на ребенка, ваши данные и данные того, кто будет встречать. Все, вы зарегистрированы. Вот ваш конвертик, паспорт и оформлен. Сюда ваши документы. До начала посадки наши сотрудники заберут вашего ребенка, пока это не заберут, вы никуда не выходите. Ух ты, классно, у меня будет сумочка! Приятного полета! О! У нас есть время покушать? Конечно, есть. Да?
привет. Это тебя Амина зовут? Вы в Москву вылетаете? Ага. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты забирай ребенка. Прощай, Катя. Прощай, Амина. We'll be right back.